Всем привет, мои дорогие друзья, с вами канал DiArt, и сегодня у нас месть одному мальчику, который канал Джек. И он сказал то, что я дура, сделал про меня видео, типа я его хейчу, хотя на самом деле нет, и поэтому у нас на него месть. Давайте же начнем. Ну все, я сделал на нее видео, теперь некоторые люди, которые смотрят меня, будут против нее. Ха-ха-ха, и моя сестра... Мама и папа будут за меня. Что она делает на моей территории? Пойду разберусь. Ты что здесь забыла, малявка? Это ты мне? Да, что ты забыла на моей территории? Ну, как бы территории твоих родителей. Ну и что? Они здесь живут, и я тоже живу, значит, тебе здесь быть нельзя. Короче, я хотела с тобой поговорить. Почему ты сделал про меня видео? То, что ты дура. И сказала то, что я... И сказала то, что... Ну и чё? Ну я же сказала, потому что выразила свое мнение. Всем дизлайки ставят. И что? Так то... Так нельзя. Поэтому я и сделал про тебя видео. Ну что ж. По-моему, это неправильно. Сейчас я позвоню маме и папе, и они тебя накажут. Отдай мой телефон. Ты хотел позвонить своим родителям, чего бы я совсем не хотела. Еще втыкать в эти дела своих родителей. Давай дадим им нормально отдохнуть. Вот так-то. Теперь ты не будешь кричать и кого-то звать на помощь. Здесь тебя никто не услышит. Я думаю, что родители не придут, ну а если придут, я их буду поздравлять и ярко встречу. Тепло и душевно. Я думаю, они придут сюда за тобой. Но пока посиди в темноте и научись хорошим манерам.